тех видеосервисе можно приобрести зернодробилки. Они помогут вам сэкономить силы и время на подготовку корма для домашнего скота. Отличаются мобильностью и простотой эксплуатации. Сегодня я вам расскажу про наши новинки – зернодробилки Bright 2500G и 2500C. Их производительность 300 кг в час, а частота вращения 2850 оборотов в минуту. Их отличие в том, что у модели 2500S присутствует сбоку загрузочное отверстие для корнеплодов. Ну и конечно, не забывайте, в первую очередь, беспрерывная работа аппарата не должна превышать более 30 минут. После того, как аппарат отдохнет 10 минут, можно продолжать работу. Все интересующие вопросы вы можете задать по горячей линии или написать нам в социальных сетях. Ждем вас на Прибельской, 21, город Мелеуз.